Животные-то не нужны. Все, больше не будем их собирать. Вот эти будем теперь собирать. Только вот эти и зелененькие. Так, тут где-то машина, вот она. Не, ну чё, господа, предлагаю сейчас захватывать аванпосты и вышки, потому что вышки нам реально нужны для открытия новых оружий. Сейчас мы захватим аванпост. Посмотрим, что там за пулеметик вот этот новый. Но я его уже давно вроде видел. Блин, а тут еще добраться-то надо, ёб твою. Ну, а прям поедем. Так, там вроде никого нет. Это нормально. Так, хорошо. А может на гору прям забраться? Скоты, не надо меня замечать. Так, предлагаю вот туда куда-то свернуть. Туда куда-то свернуть. Так, 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 так. Отлично. Ай-яй-яй, почти-почти, ну ничего, сейчас заберемся. Вечереть, ни хрена не видно. Ну-ка давай, куда тут? Так, 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 дальше. Дальше здесь сможешь? Нет, здесь никак. Я просто хочу покороче дорожку выбрать. Блин, а тебе больше проблем сейчас, наверное. Поехали по обычной дороге. Там, по-моему, она рядом как раз проходит. По тропинке. Вообще, как к ним попасть, я не пойму. Так, пешком пойдем. Не, потому что ни хрена не пойму я, куда идти. Я уже все бесит. Сейчас аванпост захвачу, и надо отдохнуть. Заколебался я уже, честно, вообще. Меня тут все раздражает уже. С этими гребанными наемниками. Жестко как. Жесткач, все, чем хорошо. Уже нереально. Так. Вот пещерка, наверное, сейчас и выйдем прям туда. Надеюсь, никаких гребаных уродов здесь нету. Так, а вот, наверное, аванпост сам, собственно говоря. Так, сейчас мы изготовим снадобье наши. Даже озеро какое-то. Ну ничего, нормально. Там даже сокровища внизу есть. Отлично. Ну не сокровища, просто там сундук. Все, сейчас будем. Я уже вижу, что там снайпер. Сейчас будем зачищать их, ребяток этих. Будем делать это осторожно. Очень осторожно. Ну, как сказать, ну да. Так, а это случайно не моя машина? Нет. Все, вот отличная позиция. Так, одного вижу. Еще, ух ты, медведь. Слушайте, мне кажется, он решит нашу проблемку даже. И гребаная псина. Хорошо. Надеюсь, давайте снимем сначала снайпера, хотя их двое, это будет опасно. Так что давайте делаем вот так. Пока они отвлечены. Какого хрена медведь туда убежал? Давайте, я хочу посмотреть на их реакцию. Ну. Чувак прям к нему идет. Круто, да? Вроде не спалили. Я встаю за пулемет! Ого! Так, вроде не спалили. Ну! Пипец какой-то. Я не понимаю. Ну, не получается аванпост захватить бесшумно. Вперед! Блин, ну это капец какой-то, ребят. Я не могу его захватить бесшумно, потому что там собаки, вот кто меня так заметил. Из-за них! Из-за них, из-за гребаных собак! Слушайте, что происходит, я не понимаю. Реально надо отдохнуть. Ну, сами подумайте, ни один аванпост не могу захватить бесшумно. Что-то усложнилось, работенка вообще. Аптечку берем. Не влазит. Да вы охренели. Все, продаем дерьмо всякое. Так, быстрая продажа. Раз. Дальше. Вот это вот все. Это что, зеленый? Нет. Вот это янтарный продаем.
Так, далее, еще янтарный. Скоты, да продай ты его, ёп, РСТ. Сколько раз нажать надо? Где еще янтарный? Вот. Они нам не нужны уже, по-моему. Ну, пока сойдет. Эту шкуру тоже не нужна. Так. Так, отлично. Стоп, интересно, а если я... Не, вроде ничего не должно у нас сломаться. Я имею в виду, одежда вся должна остаться. Сумки эти грёбаные, еще что-то там. Отлично, все это дерьмо. Но янтарный нам уже не нужен, по-моему. Не знаю, не помню, честно, для чего. Так, все, далее. А, ну да, магазин. Итак, смотрим. Насчет штурмовых винтовок. Вот у нас пулемет какой-то. А, нет, это в пулеметах реально должно быть. Какой урон у... Сейчас посмотрим, снайперские пулеметы. Вот этот, по-моему. Так, это у нас урон слабый. Вот, вот этот хороший, но дорогой. Его надо открывать. Ну, можно вот этот экипировать, кстати. Здесь темп огня меньше, но зато он реально сильнее экипируем вместо этого. Ну, отлично. Далее, изменить прицел. Не будем пока покупать. Задницу нам это надо. Далее, что у нас еще? Гранатомет оставляем. Снайперскую потом поменяем. Лук. Так, ну ладно. Затем. Так. А, боеприпасы. Далее. Расходные материалы. Бронежилетик. Счет никак, видите, не хочет. Почему, не знаю. Неужели медицинская сумка у нас переполнена? Сейчас посмотрим создание предметов. Так. Во, янтарного листа нет, отлично. Пунцового листа до хрена теперь у нас. Все, больше пунцового не будем собирать. Круто. Так, ну что тут, ребятки, у вас аванпостик-то? Все, зачистил я, все зелененькое. Территория наша. Давайте соседние еще попробуем захватить. Ради интереса. Еще остались дела. Выполни. Молодец. Но у нас еще остались дела. Проверь доску объявления. Так, здесь самое главное не сдохнуть. Кстати, сколько с них дают, интересно? Давайте посмотрим. Давайте попробуем сейчас этот захватить. Аванпост. Новый, вот еще один. Потому что надо тренироваться, что? Я даже не ожидал, что они прям такие силачи будут. Ну, в смысле, такие зоркие ребятки. Прям жестко. Ну, конечно, можно свалить с этого аванпоста, если что-то у нас не получится. Это да. Ну вот, мы пришли. Отлично, я его уже вижу. Ну и заметьте, здесь, по-моему, какая-то местность другая. Здесь, по-моему, нет таких густых джунглей. Это не очень круто. Мне это не нравится тем, что... Ну, просто не нравится. Джунгли круче, там как-то пейзаж лучше. А здесь фигня какая-то. Не знаю, может быть, здесь, конечно, будут джунгли, но пока я такого не вижу. Здесь, в основном, открытая местность. Ладно, ну, заметьте, опыта за этих ребяток больше дают. По навыкам, что там у нас? Так, потом посмотрим. Так, ну вот, собственно говоря... Ёб твою. Собственно говоря, мы и пришли. Машины тут ездят, патрули. Зашибись, да? Так, все, мы пришли. Крюк сделали, но это то, что машина. Листья мы не трогаем. По-моему, это... А, стоп, это зеленый. Зеленый лист, да, нам как раз нужен. Ну что, посмотрим, что тут у них. На этот раз что тут у них. Так. У нас же тут дофига патрулей. Это что, все? А, ну давайте пунцовый используем. На всякий случай. Так, инстинкт охотника. Нет, спасибо, нам это не надо. Нам нужен... Сейчас, вот этот. Вместо инстинкта охотника, он боевые стимуляторы, обнаружит врага. Так. Да почему нельзя применять? Что происходит вообще, ребята? Я не понимаю.
Почему мы не можем применять себе инъекторы? Какого хрена вообще? Может, их много, потому что... Я, честно, не понимаю, почему. Чё за бред? Какая-то хрень, честно. Так, ну давайте, не знаю. Да ну, бред реально какой-то, ребята. Ничего не понятно. Так, все. Кого минусуем первым? Вон там бочка. Блин, одни тяжеловесы, посмотрите. Одни. Это капец. Еще удивляет, как они нас замечают. Сколько у нас грен? 8. Ну, я предлагаю на ближний бой всех брать. Да, мне кажется, это хорошая идея. Вы каскать относительно. Там сейчас спустимся. Да, что-то мне уже не нравится это все. Раньше было как-то интересней. Ну, в смысле, я имею в виду. То есть насчет острова. Я имею в виду, не нравится то, что сейчас место открытое. То есть не то, что из-за того, что... Да, меня заметят, это мне тоже не нравится. То есть местность открытая, меня лучше, проще заметить. Но мне еще не нравится просто, нету прелести. Густой растительность. По-моему, кто-то в домике был, нет? Там их что, двое? Охренеть. Чего я позарился на эти гроши? Вот эти вот. Ладно, сейчас посмотрим, разберемся с этим вот. Тяжеловесом. Хотя как с ним разобраться? Ну, можно, можно, можно. Так, что с этим? По-моему, я недооцениваю свои силы. Точнее, наоборот, недооценил их силы. Сейчас этот тяжеловес развернется, по сути. Слушайте, а у нас же еще и лук есть. Совсем забыл. Потому что мы можем его использовать. Опасно, опасно. Так, ну что, будет он? Освежиться бы. Не услышали вроде. Так, а этих предлагаю на лук брать. Блин, тут граната пролетела, мне показалось. Еще 3 недельки и домой. Так. Так, далее. Стрелы собираем. Можно собрать? Стрелы можно собрать. Так, а этого сейчас на ближний бой попробуем. Хотя это опасно. Ну ничего, надо попробовать. Что же делать-то? Тяжеловеса тоже на ближний бой надо брать. Так, он идет. Гребаный патруль. Какого хрена так часто? А, он этого заметил. Ладно. Че, он залагал, что ли? Куда они здесь остановились? Исчез. Да, я исчез. Уходим, уходим, ребятки, отсюда. Лучше подождать. Лучше подождать. Так, нет, сверху я не хочу на него спрыгивать. Потому что я боюсь, что я привлеку внимание. Лучше сделать вот так. Отлично. Так, далее.
Так, а этих... Так, ну чё, могу применить инъектор, нет? Почему-то не могу, боевые стимуляторы, блях ты мог, почему же... Его... А, сумка переполнена, почему? А, наверное, с этими. Так, точно. Вот, смотрим, медицинский, давайте один. Тоже. Чё за фигня? Всё, попробуем сейчас. Так, боевые стимуляторы, где у нас тут? Во, могу, наконец-то. Нет, нет, стоп. Блин, да нахрена, применить надо. Потому что я не всех вижу. Все равно нам нужно их растрачивать. Вот они где. Вот они, золотенькие. Засранцы. Так, ну что, надо осторожнее. Я не хочу заваливать, как в тот раз. Не думайте, что я долго... Отлично, у нас есть шанс. Ух ты! Отбегай, прикройте! Давай, давай, выдвигайся. Так. Ну вот, все, я... А, вот он, вот он. Какого? Так, здорово, в руку его убил, походу. Так, пока вроде все. И остался вот этот. Так, ну этого надо... Опасно. Так, ну он ушел, так что у нас есть шанс. Давайте спустимся и убьем вот того. Того. А вот тут вообще, по-моему, ничего не заподозрил. Как стоял, так и стоит. Отлично. Это, можно сказать, плюсик. На всякий случай. Включаем всю сигнализацию в этом районе. Блях, ты спалился. Так, ну что, заметит, как вы думаете? Если я кину камешек. Не, я рискую, рискую, рискую. Так что... Утрица, кстати, наступил. Ну, давно уже заметили. Так, ну что, давай, дорогой мой, выходи. Или нет? Не сюда, не сюда. Так, отлично. Я боюсь, что я сейчас подойду. Ладно, пора за дело. Развернется. Свидание. 500 опыта дают нам. И остался последний. С которым я тоже не хочу пока торопиться. Блин, пулемет на лодке. Так, лучше с ним не торопиться. Я понимаю, он подкрепление не вызовет, но будет обидно. Потому что мы с вами получим. Сейчас патруль. Блин, сам уже патруль еще. Но все равно нам... Неужели патруль приехал сюда? Так опасно, опасно. Пора! Я не хочу, потому что мы все это будем делать. Если я завалю, то получится, что мы это все делали зря. Все, все вот это вот. Долго захватывали то, что. А я не хочу, чтобы это было зря. Ну давай, иди сюда. Тут камешки. Хочешь поиграться в камешек? Ёпта, чуть не заметил. Тупой урод, давай. Да какого хрена он отходит? Фига, он такой тупой. Я думаю. Нет, хотя он тупой. Куда он вообще отвернулся? О, отлично, он идет назад. Точнее, он идет задом. Все, отлично, 1500 надо получить. Блин, за такой аванпост больше. 1500, ну все, наконец-то мы захватили с вами аванпост, грамотно захватили, без таких. Да, пришлось попотеть, ребятки. Да, что же делать? Все, теперь я понял, как захватывать их. Ну вот, как говорится, тренировка, экипировка. Боеприпасики пополняем. Видите, всего-то стрел потратили, и вон как круто. Шибись, чё. Так, сейчас надо смотреть.